В британском Гудвуде прошел ежегодный фестиваль скорости, куда съехались лучшие гонщики со всего мира. Как всегда, этот праздник адреналина был богат на события. Одним из самых ярких эпизодов стала нетривиальная гонка капотного КамАЗа и дрифтового Lamborghini Huracana. За рулем грузовика находился Эдуард Николаев, пилот российской команды «КамАЗ Мастер» и пятикратный победитель «Ралли Дакар». Lamborghini управлял чемпион по дрифту Майк Уидетт. Поводом к этой дуэли, как часто бывает и в жизни, стало единственное свободное место на парковке. Разумеется, ролик постановочный, но как вдохновенно гоняют пилоты. В результате получилась напряженная погоня, не хуже, чем в голливудском фильме. Чего стоит прыжок КамАЗа через итальянский суперкар? К слову, исход гоночной дуэли оказался не так очевиден. Места хватило всем, с небольшими потерями для других машин. Еще один экспонат Гудвуда — это Lexus LC в кузове кабриолет. Весной в Женеве такая машина дебютировала в ранге концепт-кара, а на английский фестиваль скорости привезли уже предсерийный образец. Слегка закамуфлированный LC Convertible от женевского концепта отличается более развитым спойлером на крышке багажника, а от уже серийного LC Coupe — естественно крышей. Причем впервые на Lexus'ах крыша здесь мягкая. Технические характеристики кабриолета пока не раскрыты, но можно предположить, что агрегаты будут теми же, что у купе. Для версии LC500 это 5-литровый атмосферный V8 с 10-ступенчатым автоматом. И есть еще гибридная версия с 6-цилиндровым двигателем и парой электромоторов. Вероятно, серийный вариант кабриолета рассекретят осенью, а зимой начнется производство.